Гречка по-купечески получается очень вкусной, а мясо мягким и сочным. Готовить блюдо лучше всего в мультиварке-скороварке. Берите на заметку рецепт. Гречку по-купечески можно без особых усилий приготовить в мультиварке. Свинину следует покупать в меру жирную. Лук и морковь в данном блюде обязательны. Кроме молотого перца можно использовать любимые специи. Необходимые ингредиенты. Досмотревшим ролик до конца. Подготовьте необходимые ингредиенты. Мясо нарежьте на средние по размеру кусочки. Очистите овощи, нарежьте лук, натрите на крупной терке морковь. В чашу мультиварки-скороварки налейте растительное масло, выложите мясо. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Сверху выложите овощи. Вымойте гречку и выложите ее сверху на овощи. Добавьте соль, перец молотый, влейте воду. Установите чашу в мультиварку, закройте крышку, выберите на дисплее программу крупы и нажмите кнопку «Старт». Блюдо будет готово через 30-40 минут, в зависимости от мощности вашей мультиварки. Вот такая гречка по-купечески получилась. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Свинина 350 грамм, морковь 1 штука, лук 1 штука, гречка 125 грамм, соль 1 чайная ложка, перец молотый по вкусу, масло растительное 40 мл, вода 300 мл, количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся!